Нужно сказать, что от систематических крахов своих коммерческих начинаний... Начинаний? И от долговременного употребления внутрь горячительных напитков... Напитков? Глаза мастера, как ему казалось, были ярко-желтыми и горели. Вот так. Горят неугасимым огнем. Ну, как у кота. И это все? Нет. О главном. Как здоровье тещеньки? Прекрасно. Прекрасно себя чувствует. Ну, дай бог. Одних убытков сколько несем? Туды. Куда? Туды его в качель. В качель? В качель. Ага. Нимфа тоже интересуется. Не обращай внимания. Разве у них товар? Разве они могут аккуратно похоронить? Тем более старушку. Они могут только все делать и испортить. Да жива она, жива, здорова. Что с ней станется? Я только в том смысле, что...